Ку-ку. Пока я говорила ку-ку, у меня какая-то паутина на лицо упала. Всем привет, всем здравствуйте. Мы с Дамиром идем делать покупки. И в одну инстанцию нам надо еще зайти, только уже не для себя, а для Владимира. Он попросил сходить нас в одну инстанцию. Я тут попутно счет пополняю ребенку. Вот. Такие пироги у нас уже такое. Осенние пейзажи. Осенние пейзажи. Сюда иди. Давай, быстро, 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 быстро. Сюда. Дамир. Фу. Такие уже. Где-то зеленая листва, где-то желтая листва, где-то очень грязно, мрачно. Как говорит товарищ Тёма, причморская погода. Вперед. Фу, машкара. Пыталась сдуть, она не сдулась. Красный будет лист? Да. Сейчас зеленый, потом желтый, потом оранжевый, потом красный. Это по какой-то такой статистике? Это по книжке из окружающего мира или это ты видел здесь? Это всегда так везде было. Я именно вот здесь конкретно не видела. Вот давай мы это с тобой увидим, ты мне крона. Покажешь. Крона? Да. Когда листья такими становятся? Да. Я понимаю, просто конкретно здесь я не помню, чтобы были такими листья. А вот у нас в Донецке такие были. Здесь сиди. Понял? В общем, ладно. Ну, будем надеяться, если ты говоришь, что есть красные листья, будем надеяться, что я их здесь повстречаю. Потому что пока для меня это как просто упоминание об этом из урока окружающего мира у тебя. Я пока действительно таких листьев не встречала здесь. Понял? А где-то встречала еще? Весеноват. А вон, да, краснеют действительно. Действительно, кое-какие краснеют. Ну так, чтобы вот в большом количестве весеноваты видела. В Донецке. В Харькове. Вот так вот. Да, Уведомление пришло. Так идешь размашисто такой. Деловой пацан. Что, что? А? Руку дай.